настало время проверить все-таки, что он может, проверить ходовые качества мужика. Для этого я поставлю бруза ему на нос обязательно, а то скажут, мало ли, не утяжелил. И мы отправляемся в лес на оффроуд. Погнали! Да просто, чтобы не кричало. Все это делается подручными средствами. Я понимаю, надо утяжелять мотоблок, иначе он будет буксовать. Но скотчем, зато все плотненько, ничего бренчать не будет. Понятно, что здесь должен быть штифт, но мы сегодня не готовы были к этому. Ну что, как должен заводиться японский двигатель? Делаем. Раз, два, три. Включаем. И я думал, не зарядился. Ну как вы видите? Ну что, едем в лес? Ну что, да или нет? Конечно, да! Поехали! Работай, мужик! Давай, 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 родной, давай! Давай, давай, родной, давай! Давай, давай, родной! Как только мужик застрянет, а застрянет именно, что я не смогу в одного его вытолкать, и мы вдвоем один на один не сможем выехать, эксперимент будет завершен. А пока мы едем по лесу, покоряем эти грязи и лесные тропы. Едем дальше. Ок.
Это жесть. Не, я чувствую, мы так можем долго ехать. Ну, вот такие танцы с бубном. То, что он легкий, его, конечно, получается. Он всю руку, ногу разодрал уже до крови. Он легкий, я пытаюсь его выдернуть, он выталкивает, но я думаю, зачем мучить технику, все и так уже понятно. Ехать можно, но смотря какими усилиями и каким трудом. Фу. Мне интересно сейчас поменять, кстати, слить масло в коробке. Интересно, сальники как держат. Будет ли там вода, грязь. Ну так, ради интереса. Фу, все, закругляемся. Едем домой. Все, хватит.